Привет, ребят, с вами снова я, Эмили Мил. Сегодня мы продолжаем играть в DinoBash. Вы, наверное, думаете... Ну, кстати, чуть-чуть до T-Rex'а осталось. Почему вы думаете, наверное, я сейчас не играю какую-то другую игру, там тень, машинки. А все, скоро жизнь заблокируют. Машинки, жизнь скоро заблокируют, я вам клянусь, ребят. Вообще все заблокирую, я попытаюсь, говорю, но пока я могу только в DinoBash играть, пока его не заблокировали, ребят. Господи, Ютубу как минимум, как максимум осталось жить 6 дней, как минимум 4. Постараюсь снимать ролики, я найду способы, я хоть Белый дом переверну, но я буду снимать ролики. Только не нужно, все-таки я это прокачал. На этом уровне мы в прошлый раз. Будьте осторожны, сегодня утром мне доведел сюда. Сейчас эти попрут. Ой-ой-ой. Да я в курсе, я уже видел этого. Мне не понравилось первое общение с ним. Он какой-то страшный. Похож на мои сородичи. Надо чтобы его зовут. Я стреляю в него и понимаю. Вот вызываю динозавров, потому что я вижу вот это вот. А динозавры-то не помогут. Хотя бы эта тетя не помогла. Да. И вообще мы какие-то сильные стали, ребята, в DinoBash в последнее время. Что, ребята, пробуй человек. Жизнь, воздух заблокирует. Ладно, ребята. Да. Я же надеюсь, что за это не будет. Только сказал, что хотелось, но это было обычно, я его сейчас сразу. В маске, да? Да, конечно. Без маски. Кто это такая тетя без маски? Я ее не знаю. Мало осталось. Без мяса этих масок. Тут он уже не кормит, пожалуйста. Так вот, ребята, ничего на сроках уже нет, чем сидеть без Ютуба целый аж летом, великий философ. Скоро обычные люди будут шиковать, потому что они что-то имеют. А блогеры нет. Я этого не знаю. Поэтому буду снимать на YouTube. России, пожалуйста, не блокируйте YouTube. Вам же будет хуже. Я отвечаю. Так. Давайте. Следующий уровень. Потихоньку к T-Rex'ику. Не T-Rex'у, а T-Rex'ику. Вместо стега его поставим. Все равно. Ой, жизнь заблокирует скоро. Не
этой планете вот что-то может быть? Сразу. Мы и так неплохо начали. А ты только одна? А спасибо. Что, мы нормально так сняли? Если сейчас я понял. Я считаю, я красавчик. После того, как это прошло. Позже, потом оценю. Крутая игра. Мне нравится. Хоть ее не забудь. Единственная, наверное, игра. Брал 100% Баканер. 100. Пилка-пилка. Пока все так и оставляем. Все пока мне нравится. Хочу, чтобы мы не погнали. Шаманы, вы чего такие? Вот что будет там. Сейчас я тут, мне кажется, и только одна, и все. Сейчас этот Рексик задерживает, пока у меня бомба отрегинится. Ну так вот. Да. Опа. Все, теперь мне тети в масках, как обычно, тети носи. На первом уровне. Ну, все. Еще одна. Она в маске? Что это такое?
сейчас Рэмбо прямо к лицу. Как к лицу не слышно, прям подойдет сейчас мне. Какой этот крыль вообще такой? Так, этот у меня уже макс. Берем его на максимум, прокачаю. Потом стегу и тирексика надо будет, кристаллики копить, я не знаю. Так, ну короче, что тут у нас? Можно валун бесплатно, давайте. 5 секунд. Зашел, ребят, на следующий уровень. У меня есть валун, мне кажется, теперь мы точно выиграть должны. С валуном-то супер этим. И без него справиться. Я, короче, Рэмбо прокачала, ребят. Я не знаю, показал это кадр, потом на паузу делал. Короче, Рэмбо прокачал.
Так, забрём смысл много лишено обучение. Чё? Какое обучение? Ему ещё 2 часа тут лишится. Даже больше. Тега 2 получилось. Камешек 1. Ну и чё, ребят, на этом будем заканчивать. С вами был я, Мили Мил. Всем удачи, всем пока-пока.